В канун нового 1943 года заработала первая турбина ТЭЦ-1. О том, что возведение такого сложного промышленного комплекса за полярным кругом само по себе подвиг, говорить даже и не стоит. Более 5 лет прошло от принятия решения о строительстве до первой зажженной лампочки от энергии ТЭЦ-1. Город и шахты получили новые мощности. Рядом с электростанцией рос тогда еще молодой поселок Воркута, ведь городом мы станем только в ноябре 43 года. Здесь же, на левом берегу нашей реки, появляется первый культурный центр города, где проходили праздники и парады. Площадь Комсомольская. Свой статус и красоту она, конечно, давно утратила, и только отдельные детали напоминают о тех временах. Колыбелью города Воркуты был поселок Рудник, но, естественно, жизнь продолжается, и продолжались также изыскания залежи каменного угля. И поэтому на левом берегу реки Воркуты появился новый поселок, который получил название Воркута, и появился он благодаря тому, что была заложена в 1937 году шахта капитальная. Сама шахта капитальная, даже судя уже по названию, понятно, что это была очень большая шахта, это была очень большая стройка. Сама шахта была сдана в 1942 году, и у нее была мощность заложена 810 тысяч тонн угля. Но хочу сказать, первый уголь шахта капитальная начала уже выдавать на гора еще во время строительства. То есть шахта начала работать до своего рождения. Памятник быта и культуры 40-х годов. Наверное, так можно назвать бульвар Победы. Он стал местом встреч и прогулок, отдыха воркутинцев. А обустраивали его, как говорится, всем миром. Там было болото. Туда возили эту породу, потом землю, потом делали насаждение, сцену и все. Рядом с площадью Комсомольской, я как уже говорила, берет свое начало улица Шахтная. Так вот, улица Шахтная в свое время это была одна из таких улиц для гуляния. Но это благодаря тому, что в 1945 году был заложен бульвар Победы. Но он был не сразу сдан в эксплуатацию. Дело в том, что строили только в летний период, когда была возможность работать, можно так сказать, с землей, потому что приходилось и засыпать, там это все-таки болотистая местность. И только в 46-м году бульвар был открыт для посещения. Весь центр был, я вам прямо скажу, от площади, где Киров стоит, и Комсомольская улица, и площадь Комсомольская. Вот это старый центр. Впоследствии, в 1972 году на бульваре Победы, он сейчас сохранился, но, к сожалению, уже не в том виде, который был в начале своей жизни. На бульваре Победы был установлен памятный знак как раз о том, что здесь был бульвар Победы и что он строился в 1945-1946 году. То есть этот памятный знак сейчас он также находится на бульваре Победы, его можно увидеть. В этом районе молодого города уже были первые улицы – Шахтная, Красноармейская, Пушкина, Горняков. Здесь начинается капитальное домостроение и появляется первый кирпичный дом. Улица Горняков, она исторически очень интересна, потому что на улице Горняков появилось первое кирпичное здание в нашем городе. И это здание сейчас, это здание несет другие функции, а первоначально это был один из корпусов детского сада. Впоследствии на данном здании была установлена мемориальная доска, где как раз и говорится, что здание является исторически ценным, и оно построено из кирпича, я хочу уточнить, местного производства, то есть кирпич был не привезенный. Ну, а впоследствии, я думаю, все воркутинцы знают, это здание после реконструкции стало храмом архистратига Михаила и первым храмом в нашем городе. После расстрела на Юршоре стали заключенным разрешать за зоной жить.
они вот подбирались, вот несколько человек, получали финский домик, собирали его. И там жили, им шахта оплачивала за сборку. И финские были деревянные домики. Конечно, была в основном Воркута, конечно, была деревянная. Это уже позже стали и кирпичные строить дома. Вдоль улицы Пушкина посажен сквер первооткрывателей. То есть он изначально назывался сквер первооткрывателей. Этот сквер интересен тем, что в 1979 году в этом сквере была установлена памятная стела. Стела первостроителям. Задумка вообще художественной этой стелы – это от палаток до высотного жилья. Интересна эта стела тем, что в ее основании замурована капсула с посланием воркутинцам 2017 года к столетнему юбилею Октябрьской революции. То есть получается, что скоро мы должны выполнить, как сказать, пожелания воркутинцев 70-х годов и прочитать, что же они нам напутствовали. В тяжелые годы Великой Отечественной войны Воркута обретает статус города. В это же время в помощь многочисленным шахтам заработал Воркутинский механический завод. Процветает и культурная жизнь города. Из числа ссыльных собирают труппу для музыкально-драматического театра. Все прекрасно знаем, что наш Воркутинский драматический театр, он ровесник нашего города и появился по приказу начальника нашего комбината Воркута «Уголь» Михаила Митрофановича Мальцева. Приказ был подписан 8 августа 1943 года о создании театра. Но изначально театр не имел своего здания и располагался в клубе. То есть своей сцены не было у театра. После Великой Отечественной войны было принято решение о первой генеральной застройке города. И одно из первых – это было строительство театра. Театр был. Такого больше нет и не будет больше в Воркуте, как был при Мальцеве. Это его заслуга. Никуда не денешься. Здесь же были и из Большого театра. Дайнекер здесь был, который, когда радио не включали в 6 часов, это довоенное время, «Широка страна моя родная», Дайнекер исполнял запись. Тут много было знаменитых, хороших артистов. Разглядывая архивные фотографии, можно только удивляться, как здесь, посреди холодной тундры, могли вырасти цветы, клумбы, забить фонтаны. Неужели все это делали под конвоем? Сама улица Пушкина, вот судить также по старым нашим фотографиям, это были вымощенные тротуары, это были деревянные настилы, такие же были красивые, невысокие ограждения, то есть улицы были очень ухоженные, очень... Это было видно, что воркутинцы очень любят свой город. В лагере в бараках жили, естественно. Деревянные? Да, деревянные бараки были. Вот, две печки в одном конце, в другом конце. Вот. Сушилка была для одежды. Бывал это большой умывальник для умывания. А вольно-наемные там вот в городе были дома и двухэтажные, и одноэтажные деревянные. Там тоже удобств особых не было. В то время, в 40-е годы, мастили деревянной брусчаткой, заливали битумом. Но, к сожалению, такой способ благоустройства дорог и площади себя не оправдал, потому что в зимний период из-за сильных морозов она выпирала, эта брусчатка, ее выдавливала. Еще в 50-х, когда я уже освободилась и жила на Строительном, там часть поселка, ну, двухэтажные тут дома, была бетонка, а дальше трапы были еще. А впереди у города были большие перемены. Ему предстояло сменить робу заключенного на выходной костюм шахтера-передовика и возводить новые памятники, писать новую историю.